происходит, как со стороны у директора оскорбления. Он возит психушки. У меня вот психушку увозили. Вот я как бы в бегах был. Ну, пришел в детский дом. Мне говорят, поехали на консультацию. Ну, на автозавод. Ну, поехали, потом вообще завернули на Челябинск, поехали. Я говорю, куда мы едем? Мне говорят, час типа вот я там. Ну, консультация, там с тобой поговорят и обратно увезем. Ну, все, меня привезли и на месяц положили. Родители оскорбляли. Ну, как бы сначала меня, еще и родители трогали. Вот они алкаши, там, таблетками, пичками, толстая, слабость была, вот, мыслей вообще никаких не было. Места себе найти не мог. Сяду, неохота лечь, лягу, охота походить. Вот не знал еще, что делать. Так целыми днями. Ну как овощи. Как бы мы там не общаемся, вот, но Пашу там водили еще утром, директором что-то говорил. Меня никуда не водили. Как бы стараюсь сейчас не общаться с ним. Но у меня были конфликты с администрацией детского дома. То есть оскорбления были у меня, моих родителей. Mm-hmm. Были конфликты вот с физруком у нас. Физическую силу он ко мне применял. То есть было так, я пришел после школы, у меня болела голова. У нас в детском доме там есть советы профилактики. Вот меня туда вызвали, а я не знал, то, что мне надо было идти. Забежал в семью с мату там на меня, там, что ты там, я что, говорит, шаха, что ли, за тобой бегать еще. Вышли в коридор, спросил меня, ты, говорит, взрослый? Я говорю, да, взрослый. Он мне раз ударил. Он второй раз, опять, ты взрослый? Я говорю, да, взрослый, опять ударил. Потом, когда уже пошли туда, ну, на свой профилактик, не сказал бы, говорит, то, что ты взрослый, я бы тебя пальцем не тронул. Ну, там я лежал, вот, 4 раза меня увозили. Но я там отлежал только 1 раз. Остальные я все сбегал. Потому что вот после 1-го раза, когда я отлежал, я просто, ну, состояние свое как-то. Я просто не мог вообще ни о чем думать, мыслей никаких нет. Состояние такое, ну, ничего не понимаешь, вообще не соображаешь, где ты, что ты. В больнице там, когда лежал, когда на таблетки, на эти напичкали. Ходил, вообще ходить не мог, падал прямо. Привязывали, там, уколы ставили за просто то, что даже находился в палате, там, в ненужный момент. Вот так вот, так вот уколы мне ставили. Мне просто позвонили на телефон, номер предопределителя. Сказали, что есть такие дети в городе Миасе, которые написали жалобу на Астахова по поводу того, что их детей детского дома периодически отвозят в больницу, значит, там к ним применяют, дают таблетки, ставят уколы и подозревают, что это психотропные средства. Но, в частности, указали конкретно, что в уколах это идет именно зима. Я согласилась на встречу с этими детьми. Я с ними поговорила. Но я скажу, что я встречалась не только с этими 2 мальчиками. Я видела гораздо больше детей из детского дома. Я с ними разговаривала. Они мне рассказывают все, в общем-то, одно и то же. Значит, вот что больше всего меня поразило, они не жалуются на воспитателей, они не говорят, что там именно вот обслуживающий персонал, а вот именно администрация учреждения. Не было в основном как бы жалоб, там обижают, оскорбляют, но они не брали это на себя, они все говорили, обижают наших мам. Какое право там, значит, если я совершил какой-то поступок, то со мной разговор начинает именно со слов, да вот там твоя мама, там твои родители алкоголики, или там твои родители попали в тюрьму. То есть вот воспитательный процесс начинается с осуждения семьи. Оснований не доверять ребятам у меня не было.